пакете цветовые вариации есть набор интересных пресетов, которые я называю цветовой акцент. Или я его здесь назвал, так, это у нас будет в цветовом редакторе, один цвет. Это такой интересный, значит, эффект, который оставляет на фотографии только один цвет, все остальные уводит в ноль. Значит, и так как у нас на фотографии могут быть разные цвета, то здесь есть целая серия пресетов, каждый из которых оставляет на фотографии лишь один цвет, все остальные уводит в ноль. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, мы вот в данном случае выбрали 4 фотографии, ставим галочку и смотрим, как вот пресет красного работает на фотографиях. Значит, по названию уже видно, что он оставляет лишь красный цвет. И вот мы видим, что здесь только платье красное осталось, здесь только цвет картины, здесь только цвет губ, здесь вот только цвет лица. Ну, кстати, ясное дело, что данный пресет лучше всего смотрится на фотографии с моделью и лошадью. Вот, поэтому применять я его стал бы только здесь. Ну, если вдруг вам хочется выделить какой-то другой предмет на фотографии, в данном случае картину, не знаю, может быть, кому-то и это понадобится, то вот, пожалуйста. Самое главное, чтобы вы понимали, как работает данный пресет, да? Ну, значит, так как у нас на фотографии могут быть разные цвета, разные предметы, и я захочу сделать акцент на разных предметах, поэтому у нас тут есть еще и другие пресеты, которые выделяют другие цвета. Ну, в данном случае сразу же понятно, да, что вот на второй фотографии там желтое платье, то интересно было бы сделать акцент на этом платье. Вот, пожалуйста, желтый. Лучше всего работает на фотографии с девушкой в желтом платье. А дальше вот у нас тут есть еще зеленый фон. Давайте вот зеленый посмотрим. И синий. И вот синий, да, вот на четвертой фотографии лучше всего работает данный пресет здесь. А, значит, если вдруг вы хотите этот пресет как-то скорректировать, я всегда показываю, как его можно создать или скорректировать, так как это гораздо важнее, чем просто использовать созданные там кем-то пресеты, которые работают только там, может быть, на его фотографиях. На самом деле эти пресеты работают на многих фотографиях, но не на всех, сразу же скажу. Поэтому, когда говорят, что пресет сработает везде, ну, он сработает везде, вопрос только как. Поэтому зачастую все-таки приходится немножко дорабатывать пресет. Вот, поэтому я вам сейчас расскажу, как его можно создать самому. Итак, допустим, я хочу сам создать пресет в этом же стиле. Итак, я выбираю фотографию. Давайте мы какую выберем фотографию? Давайте вот эту вот синюю. Мы сейчас оставим только эту фотографию. И создадим пресет. Прям вот точно такой же пресет, но с нашим другим цветом, который я хочу. Переходим в цветовые коррекции. Цветовой редактор, расширенный, пипеткой выбираю цвет. Вот такой цвет я хочу, например, оставить только. Выбираю диапазон цветов, которые буду редактировать. И вот в данном случае интересная вещь. Да? Значит, я хочу увести все цвета в ноль, кроме вот этого выбранного диапазона цветов. Поэтому вот тут есть такой интересный инструмент, который выделяет, делает обратное выделение всех других цветов, кроме того цвета, который выбрал я. Все, и все эти цвета, вот они все выбраны, кроме моего цвета, я увожу в ноль, насыщенность в ноль, всех цветов в ноль. И вот смотрите, в данном случае цвет вот такой вот морской волны и синий, они у нас находятся рядом, поэтому я их сейчас друг от друга мы их изолируем и сужаем диапазон, чтобы не входили у нас небесные оттенки, а только цвет куртки. И вот, смотрите, я убираю все лишние цвета. И вот, пожалуйста, вуаля, буквально за несколько минут, даже за несколько секунд, мы с вами создали новый пресет. Если мы хотим его сохранить, мы выбираем здесь, вот тут в самом низу, есть «Сохранить пристановку пользователя». Мы ее сохраняем, даем название. И вот вам, пожалуйста, у вас свой новый пресет. Так, давайте теперь посмотрим на другие пресеты. Сейчас мы сбросим здесь все наши коррекции. Заново выделяем 4 фотографии. И посмотрим, как работают другие пресеты из набора «Цветовые вариации». Следующий набор пресетов, который есть в пакете «Цветовые вариации», называется «Смещение цвета». Что это такое? Итак, давайте мы для этого возьмем какую-то одну из фотографий и на ней продемонстрируем. Итак, например, вот зеленый цвет. Итак, я выбираю смещение цвета зеленый, выбираю его, ставлю галочку. А, и вот тут очень важный момент, смотрите, можно не просто галочку поставить. Итак, давайте рассмотрим это повнимательней. Пресет можно применить просто к фоновому слою, а все, что мы делаем, все делается на фоновом слое. А можно применить хитро, нажать на правую клавишу и применить к новому слою. Что нам это дает? Казалось бы, разницы нет, но разница есть. Применяем к новому слою, что делает Capture One? Он создает, то есть он создал
новый слой. Итак, слои. Вот, смотрите. Вот, все наши коррекции, то есть наш пресет применился к новому слою. То есть фоновый слой, возможно, вы делали какие-то свои коррекции, а дальше добавляете наш пресет. И наш пресет не влияет на ваши коррекции. Он применяется к новому слою. Capture One создал новый слой и к нему применил новый пресет. Вот этот пресет в цветовых коррекциях он появился. Что он делает? Так, теперь давайте мы сделаем так, чтобы нам было удобно работать. Итак, вот они, эти цветовые коррекции. Что делает данный пресет? Он берет зеленый цвет. Смотрите, это серия преобразований зеленого цвета. Значит, как мы знаем с вами, очень многие редакторы что делают? Они берут определенный цвет и могут его сместить на тон влево или вправо по цветовому кругу. Да? То есть зеленый можно сделать желтым или вот морского цвета, или ну вот там максимум синим. А как его дальше сдвинуть, если я хочу сделать там зеленый, например, вот таким там вот фуксией, например? Да? Как это сделать? Это делает наш пресет, созданный в фотошколе photosasha.ru. Как он работает? Значит, он делает то же самое, что делают многие редакторы, но делает последовательно серию преобразований, которые смещают цвет дальше, 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 дальше. Таким образом, смотрите, если мы с вами сейчас выключаем все коррекции, которые делает наш пресет, то мы видим, что вот, то есть данный пресет не делает ничего. Применяем первую коррекцию и говорим, нам нужно сместить зеленый цвет и сделать его немножко похолоднее. Вот, пожалуйста, мы применяем одну коррекцию. Но если мы хотим сместить цвет дальше, да, вот он сейчас сместился отсюда вот сюда, а вот отсюда вот сюда, а мы хотим его дальше сместить. Пожалуйста, вторая коррекция, он смещает цвет дальше. Еще одна коррекция, смещает еще дальше, еще дальше, еще дальше. То есть, таким образом вы можете сместить цвет по кругу куда угодно, просто куда угодно. И, как вы понимаете, рано или поздно все эти коррекции, мы его дальше, дальше, дальше смещаем. И последняя коррекция его смещает уже, то есть вот по кругу прошлась вся коррекция, и она его возвращает в исходный цвет. Таким образом, вы можете сделать практически любой оттенок на вашей фотографии. То есть вы можете сделать зеленым каким угодно, сместить его в любую сторону, сделать его любым оттенком. А вот так работает данный пресет.